Тема 842. В Саммаре. Совершенно случайно я вышла на проект Smart Reading Room, который смело продает электронные конспекты чужих книг, как свой товар, не связываясь ни с авторскими отчислениями, ни с какими бы то ни было согласованиями с авторами и издательствами, кроме правильного указания автора и названия книги. Такой вид литературы называется Саммари. Summary. И является отдельным литературным творческим направлением, авторское право на которое имеет не автор книги, а автор конспекта. Этот проект создал Михаил Иванов, бывший совладелец издательства «Манн», Иванов и Фербер, человек, подкованный в издательском деле. Когда он еще работал в издательстве, заметил, что люди больше не хотят читать объемные книги, у них нет на это ни времени, ни желания. При этом новые знания им нужны, особенно в наше динамично развивающееся время. И он решил создать издательство, которое издавало бы не полноценные бумажные книги, а электронные конспекты книг из 5-10 страниц, которые содержали бы основные мысли и идеи первоисточника. Так появился Smart Reading Room. Идея не нова. На Западе подобные издательства уже существуют. В Саммаре конспекты книг продаются не поштучно, а все сразу по подписке от 6 до 18 месяцев. Самыми первыми клиентами подобных Саммаре являются крупные бизнес-организации, которым нужно поднимать потенциал своих сотрудников, заставлять их изучать новые идеи из сферы бизнеса, а куда без этого. И Михаил Иванов это твердо знал, так как основными покупателями бизнес-литературы являются корпоративные клиенты. Для них, кстати, существуют другие тарифные планы, более дорогие и массовые. Так что бизнес не прогорит, учитывая, что основные текущие расходы в таком бизнесе – это зарплата переводчиков и тех, кто умеет писать конспекты. Ни на бумагу, ни на доставку, ни на авторские отчисления тратиться не надо. При том, что преимущество такого издательства – возможность издавать саммари, оригиналы которых появятся в России лишь через несколько лет, если вообще появятся. Судя по тому, как много книг нам не хватает, поищите на Озоне что-нибудь интересное, о чем вы уже от кого-то слышали. Этих книг либо никогда в России не издавалось, либо они были изданы несколько лет назад и больше издаваться уже не будут. А судя по посещаемости этого сайта, работающего всего примерно полгода, 190 тысяч посетителей в месяц, достаточный поток клиентов уже есть. Я сама первоначально отнеслась с недоверием к электронным книжкам без обложки. Первоначально все книги выставлялись с одноликими обложками. Правда, сейчас их заменили тематические картинки, но решила все-таки попробовать прочитать несколько таких саммари. Доступ к некоторым из них предоставляется бесплатно. Первое саммари скучновато, но идея интересная, ложь плоха, потому что отнимает у людей время. Второе мне понравилось настолько, что я целый день повторяла своим родным его идеи. Мне французское воспитание оказалось более по душе, чем американское, с которым автор, собственно, его и сравнивала. Заодно я узнала, какие ужасные в США муниципальные дошкольные учреждения, и какие бездумные американские и английские родители, балующие детей настолько, что те отнимают у них время, да еще прыгают в родительскую постель по ночам и утрам. У нас в России тоже есть такие мамаши, к сожалению, но я, слава богу, не такая. В общем, проняло, несмотря на малый объем. После прочтения каждого саммари можно пройти тест для проверки, насколько читатель понял суть идеи автора. Будь в этой библиотеке не только книги по бизнесу и воспитанию детей, но и, например, построение мироздания и новым открытием физики, я бы обязательно подписалась. Но пока не уверена, что мне нужна информация по крупному бизнесу, которая здесь является основной. Саммари полезны не только изложением основных идей и мыслей книги, но и примерным представлением о том, о чем, собственно, книга. В интернет-магазинах бумажных книг информация о содержании книги представлена настолько куцы, что не знаешь даже, стоит ли ее покупать. Я подобным образом купила несколько книг, а, заглянув внутрь, поняла, что это совсем не то, что мне было нужно. Почитал саммари, потом решил, стоит ли покупать саму книгу. А иногда и действительно, не хочется тратить время на прочтение целой книги. Я в свое время тоже напокупала разных книг, они у меня пылятся не раскрытые просто потому, что я очень занята и не могу тратить даже лишние 30 минут в день на прочтение, а тратить менее 30 минут на книгу в день – это мало, потому что нужно еще время, чтобы вникнуть, вспомнить, что уже прочитано, настроиться. Вообще, любую книгу лучше сразу всю прочитать за 2-3 дня, тогда она правильно ляжет в голове. Но где взять эти 2-3 полностью свободных дня? Направление саммари создать аналогичный проект из сферы деловой литературы вам, возможно, не удастся. Куда вам тягаться с крутым издателем?
писателем со связями. Но использовать идею саммари в других направлениях литературы вполне можете. Первой на ум приходит идея создания саммари на тему школьных литературных произведений. Но здесь у меня сомнения, а будут ли школьники платить. Тем более интернет уже давно заполонен подобными саммари в виде краткого изложения изучаемых в школе романов и повестей. Зато здесь за подписку можно предлагать школьникам и набор готовых новых качественных рефератов по разным темам. Но есть другие популярные направления, если их не заберет в ближайшее время Михаил Иванов: психология, эзотерика, медицина, физика, история, политология и другие. Взять, к примеру, медицину, пусть даже научно-популярную. Если человек ищет в интернете способы лечения от своей не очень приятной болезни, разве не захочет он узнать из конспекта книги какого-нибудь медицинского светила, а не с сайта тети Мани, основные идеи ее лечения? И ему больше понравится получить доступ, пусть хоть и платный, к нескольким десяткам саммари по теме его болезни, причем передовых, чем купить на ту же сумму какую-то одну книгу, которая ему, возможно, не подойдет. Какие книги подойдут? Как я поняла, под формат саммари хорошо подойдут неиллюстрируемые книги с нехудожественным содержанием, имеющие широкую аудиторию и большой ассортимент уже имеющихся книг, на которые можно опираться. Книги по этой теме должны давать все новые идеи для человечества, иначе какой смысл покупать краткий сборник идей? Эта тема не должна быть исчерпываемой. Если она исчерпаема, то кто будет подписываться на несколько месяцев вперед? Сравните с выпускаемыми в последнее время кинофильмами. Вы заметили, что фильмы о любви выпускаются гораздо в меньшем количестве, либо они собирают меньше сборов, чем фантастические фильмы. Люди больше заинтересованы в познании нового, чем в копании в традиционных человеческих отношениях. Но не буду спорить, если кто-то предложит издавать саммари для блондинок с кратким содержанием бульварной или модной литературы. Блондинкам, может быть, тоже захочется попонтоваться друг перед другом в знании последних новинок, которые полностью читать не хочется. Но это надо у блондинок спросить, нужно ли им это. Москва славится модой на те или иные книги. Когда я в свое время училась в этом городе, причем не в самом захудалом институте, все окружающие меня студенты были помешаны на «Мастере и Маргарите». Бегали вокруг и друг у друга спрашивали: «А ты читал «Мастера и Маргариту»?» Я тогда удивлялась. И чего это все носятся с одной книгой, написанной несколько десятков лет назад? Как оказалось, это была проста мода или московские понты. Так что и для такой аудитории можно создать саммари последних новинок модной литературы. Сложность бизнеса то, что легко создать, легко и потерять. Опасность этого бизнеса в том, что самому издательству, издающему конспекты чужих книг, придется охранять свое авторское право на эти конспекты, а также доказывать правообладателям, что их права вы не нарушили. Не зря поэтому Smart Reading Room указывает на правовую поддержку со стороны юридической фирмы. Сделать рерайт готовых саммари проще, чем создать собственное саммари на основе первоисточника. И если вы решите заняться этим делом, вам придется бороться не только с нарушителями ваших авторских прав, но и с конкурентами, которых может быть больше, чем в обычном издательском деле.